Я уже близко. В самом черном сердце Декстер Индастрис. Во мне просыпается страх перед тем, что я могу здесь обнаружить. Эксперименты над людьми, дети в качестве оружия. Это надо прекратить. Паришься из-за того, что доктор Валентайн сказал? Да не бери в голову. Он может иногда перегибать, но все гении не без причин. У них плохо с социальными навыками. Жаль, что он так одержим созданием оружия. Ты представь его гениальному уму, если бы он, например, занялся излечением рака. Яблоко от яблони, как говорится. Его папаня был генералом. Первая линия нападения в Нормандии. Почетная медаль, специальный советник в Белом доме. Все дела. Я слыхал, что чувак был фанатиком. Все пацаны на 16-летие получили тачку, а юный доктор Валентайн — гранатомет. Его интересует только оружие да лекарство от облысения. Ха, разносторонняя личность. Этого у него не отнять. Чего? Кто это? Это еще что за... Вчера притащили. Симпатичная девушка. Мистер Декстер тоже здесь был. Да, лично. Он долго говорил с яйцеголовыми. Никогда не видел доктора Эшфорда таким взбудораженным. Что-то точно происходит. Так что, увидимся во время боя? Отлично. Опять провалились. Я не знаю, где вы получали дипломы, но я бы посоветовал написать им и попросить чертовы деньги назад. Начинайте все сначала. Мне нужны достойные результаты испытаний до вечера. Июня 1986 год. Подопытный Санчес хорошо реагирует на новую версию сыворотки. Его мышечная масса возросла на 160% с начала фазы альфа. Команда воодушевлена. Неужели мы наконец создадим суперсолдата с помощью химических модификаций? 19 июня 1986 года. У подопытного Санчеса замечены признаки гигантизма. Без сомнения, это результат гормонального дисбаланса, вызванного сывороткой X9. Мальчика придется держать на территории комплекса, пока побочные эффекты не ослабеют. Акционеры чрезвычайно озабочены, и я опасаюсь, что весь проект на грани срыва.
Не так быстро! Что мы здесь? Пусть об этом доктор Валентайн беспокоится. Лично я рад, что меня сняли с проекта электроружья. Создание штук, которые людей убивают. В некрологе такое не упомянешь, да? Может, средство от облысения — это не избавление мира от голода, но хотя бы никому не вредит. Стоять! Нечего здесь бегать! Свои проблемы решайте в другом месте! Что ты делаешь? Будь таким нюней! Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так, посмотрим. Как я и думал. Очередной провал. Вы ни на что не годитесь. Должен предупредить, что я вооружен. Начните сначала и ныряй здесь. Ты рискуешь получить пулю. Ага, все под контролем. Никто не пробьется. Ага, мост поднят. Можно двигать груз. Понял? У меня уже все схвачено. Без паники. Ага, все верно. Хорошо. Хорошо. Пока. Что? Почему меня не бери в голову, ладно? Он ломился ко мне, амбал хрен. Что мне было делать? Стукнуть его? Просто ворвался и исчез вместе с девчонкой. Никто не ждет, что ты полезешь на Санчеса. Уж точно не Эш. Он же его, считай, создал. Какая нелепость. А как, по-твоему, Санчес стал телохранителем Декстера? А? Они ставили эксперименты над бедным ублюдком с самого детства. Практически купили его в приюте в Тихуане. Видал его мышцы? Скажем так, их он не в качалке нарастил. Даша близко. Извините, сэр. Эй, полегче! Я не имею. О чем вы? Не обращай внимания. Свободен. Соренсон! Продолжай испытания согласно расписанию. И свяжи меня с советом директоров. Мы еще посмотрим. Говорю тебе, правление слишком далеко зашло. Одно дело, бродяги и чокнуты. Но тут речь о молодой девушке. Кто-то ее будет искать. Ага, ну иди и скажи это доктору Эшфорду. Готов поспорить, обратно ты не вернешься. Слушай, нельзя просто смотреть, как они экспериментируют над детьми. А ты думал, тут кондитерская фабрика? Когда я последний раз проверял, на двери было написано «Нелегальная биоинженерная лаборатория». Ты знал, на что подписывался. Стой, где стоишь! Эй, кто там?
ничего. Я просто оператор компьютера. Давай, я тебе покажу, как это делается. Эй, что ты делаешь, придурок? Я же в кресле! Эй! Что за... База! Тут творится что-то нехорошее, я этим займусь. Будьте на связи. Что это, несчастный случай? Новый состав, ты готов? Конец связи! Привет! Удивлен. Закатайте рукава, уважаемые. За работу! Спокойно. Здесь не место для пробежек. Спокойно! Здесь не место для пробежек. Отрегулировать заряды, провести калибровку. А, нет, забудь, я сам! Идиоты! Я бы вам и видеомагнитофон не доверил. Какой сюрприз! Опять все наперекосяк! Я вернусь, когда закончу обход. Сделайте уже все правильно, окей? Как же это случилось? Здорово, друг! Состав уже готов? Давай сюда. Хочу проверить результат на себе. Сэр, это все еще прототип. Вы уверены, что будет правильно? Не будь таким нюней. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так, посмотрим. Ха! Что-то происходит. Чувствую покалывание. Начинает жечь. Обжигать! Боже! Боже! Не добру! База, у нас тут серьезное происшествие. Да, я этим займусь. Как же это случилось? Как же это случилось? Нечего здесь бегать!
Я уже близко. В самом черном сердце. Ага, все под контролем. Никто не пробьется. Ага, мост поднят. Стоять! Нечего здесь бегать! У меня уже все схвачено. Ага, все верно. Взгляд, субъект – обычная девочка-подросток. Но результаты тестов необычны. Я остерегаюсь делать преждевременные выводы. Надо подождать результатов анализов ДНК. Субъект превосходит мои самые смелые ожидания. Я никогда не видел ничего подобного. Если не считать легендарного доктора Ортмайера, никто не ставил таких смелых опытов с человеческой генетикой. По сравнению с этим, мой эксперимент над Санчесом — поиски на ощупь в темноте. Должен признать, это сложно — соблюдать научную дистанцию. Это возможность, о которой я мечтал всю жизнь. Боюсь только, Блейк Декстер продаст девочку тому, кто больше заплатит, не дожидаясь, пока ее способности раскроются. Он — узколобый и ограниченный тип, не интересующийся наукой. Я должен извлечь максимум информации, пока у меня еще есть возможность. Содержимое этой лаборатории уже стоит миллионы. Уже близко.